Всем здоров, добрейшего всем денечка. И снова с вами канал Любашны Будни. Похуделки, мои похуделки, продолжаются. На завтрак у меня макарошки и жареные грибочки с луком. Да, такие вот у меня похуделки. Время 12 час. Я села только завтракать. Здесь у меня недопитый кофе. Прям уже оголодала, есть хочу. Всем приятного аппетита, кто вместе со мной кушает или просто проводит время. Макароны перегрел, грибы только нажарил, все прям огненные. Ой, я так жрать хочу, аж слюни текут. Грибочки. Грибочки лесные. Это мне передала свекровь. Толян ездил. Она их уже нарезала, отварила, заморозила. Мне все, что осталось, только обжарить с луком. Что за грибы, не знаю. Не могу сказать. Ой, ну вкусные прям. Вот что значит лесные. Такие ароматные. Так вкусно. Вы себе просто не представляете. Макарон тоже готовила в сковороде. Здесь у меня кубик. Да, куриный. Маслица сливочная. Чуть-чуть для аромата. Но мне нравится на сковороде готовить. Потому что прям нужно добавить любые специи. Вкусно. Ой. Праздник живота. На улице снег идет. Как же вкусно. А я прям так много лука еще добавила. И обжарила прям посильнее грибы с луком. Ну, ой, ну класс, класс, класс. Вкусняша. Мне задавали вопрос, нужно ответить. Сын ли у меня еще раз женился? Нет, он не женился еще раз. Он еще молодой, девчонки. Ему всего только 26 лет. Поэтому... Он был женат только один раз. Так вкусно. Какой-то еще вопрос задавали, забыла. Забыла. Вот за сын вспомнил, по поводу женат ли он еще. Женился ли еще раз. Ответила, что нет. У меня бабушка склероз, не помню. Какой еще задавали вопрос? Бывает, ладно.
В другой раз отвечу. Ой, вообще. Еще свекровь прям грибочки так мелко порезала. Вкусно. С макарошками прям то, что надо. Грибы вместо мяса. Вес на месте пока стоит. Ну вот говорю, на килограмм похудел, уже говорила. Сегодня стала опять 75. Хотя вот я после 4 не ем на данный момент. Ну это, наверное, день рождения дало себе знать. Там-то я оторвалась, наелась хорошо. И так хороша. Ну, не похудей, не надо. Самое главное, еще не растолстеть больше. А это так-то, в принципе, уж не сказать, что я там совсем уж такая жирная. Можно, конечно, скинуть-то. Килограмм 5 хотя бы, ну. Летом похудею, весной. Сейчас дальше начнется. Правильно, как мне девчонки писали. Сейчас дальше весной похудеешь. Это точно. Спасибо девочкам на цене, кто меня поддерживает. И на Ютубе тоже спасибо. Девчонкам, мальчишкам. Фильмец идет. Поглядываю. Сегодня проснулась, время 6 не было, утра. Я сегодня одна ночевала, Ульяшка с мамой была. Ну, сейчас уже в садике. Спрашивается, кто мне не дает спать, а? Ой. На день рождения мамы прям хорошо так посидели. Вроде никого и не было, но посидели классно. Ой, красота. Сегодня проснулась ночью. Я так жрать хотела. А у меня гранат в холодильнике. Говорю, пойти, что ли? Гранат похомячить. Потом говорю, ну ты что, вообще... Наверное, время было, ну, на час ночи. Говорю, спи. Так что выдержала. А последний раз вчера, да, я ел в 4 вечера как раз.
Уже ночью просыпаюсь от голода. Ужас. Как хорошо. Там еще у меня остались грибочки на разок поесть. Это тогда поужинаю. Грибочки. Или пообедаю. Ну, вроде поел сытно. Уже обедать ни к чему. 12 час время-то. До ужина дотерплю. Ой, прям вообще красота. Вход пальчики. Здесь прям грибы такие сочные. Аромат такой еще от них. Но по вкусу похоже, звонят скинуть. По вкусу похож на шампиньоны, но они ароматные. Вот что это, может, шампиньоны лесные? Они что же ведь есть? Ну, очень вкусно. Такие шампиньоны, ну, магазинные, там не особо аромат, а это прям ароматнейшие. А. Поела от души. Я бы, наверное, еще бы сейчас грибочки стащила. Но нет, оставим на потом. Как говорится, вкус это приятного понемножку или как там. В моей ситуации вкусного понемножку. Все, мои хорошие. Хорошего вам денечка. Всего наилучшего. До новых встреч.